Редкий украинский танк Т-84-120 «Таган» засветился в ангаре на обслуживании. Он как раз проходил процесс подготовки к боевому применению. Рядом с ним в том же ангаре находился БМ «Оплот», не менее легендарный танк. Обе машины — это украинская разработка. Уверен, что в данный момент они уже несут службу и применяются в бою. Как говорит автор в ролике, в мире таких всего несколько штук. Это настоящие легенды. Очень приятно видеть, что у нас есть такие танки. Однако хотелось бы, чтобы их было значительно больше, чем несколько штук. Тем не менее, каждый такой танк намного круче любого Т-90 или картонной арматы, которая так никогда не использовалась в боевых действиях. Напомню, что Т-84-120 и «Таган» разрабатывался как экспортный вариант для Турции. Был сделан всего один или несколько танков, но которые Турция так решила и не покупать. Напомню, что Т-84-120 и «Таган» делался под натовский калибр 120 мм. А у нас в основном все танки идут с калибром 125 мм. Основным характерным отличием Т-84-120 и «Таган» является его башня. В ее корме расположен автомат заряжания под унитарные боеприпасы. Может использовать любые боеприпасы с калибром 120 мм, а также пусковые ракеты того же калибра, но украинского производства. Также кроме спаренного пулемета 7,62, у него есть зенитный пулемет 12,7, который управляется дистанционно. Движок дизельный, шестицилиндровый, мощностью 1200 лошадиных сил. Очень жаль, что Турция и Индия не захотели брать такой замечательный танк. Красавчики. Новейшие танчики. Ну или таких несколько штук. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.